Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что ж, для начала мы зайдем в армию. И, ага, у нас, смотрите-ка, Санта, редкий подданный герой. Разблокировать, ну конечно же. На самом деле это переделанный епископ. И если кто не знал, в принципе, у него, по-моему, даже те же самые, ребята, удары, что и вот здесь вот. Не буду утверждать, потому что я не играл за него, но, по-моему, так оно и есть. Так, подожди-ка, я же его разблокировал. Почему, ребят, смотрите. Странно. Не открылся. Ох ты! Ну что же, мой маг-рыцарь, ребят, получает 4-ю звезду. Круто, ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Ну теперь-то мы развернемся. Отразить повреждение 20%. Слушайте, это то, что мне нужно было. Я не могу понять, почему у меня... Санта-то не активировался. Хм, странно как-то. Ладно, может быть какой-то глюк. Давайте сюда зайдем. Ох ты, ты посмотри, ребята. У меня служитель тьмы тоже получает 4-ю звезду. Вот таким он у нас становится. Так, секундочку. И что у него тут? Квинтэссенция вора. Это медленно высасывает силы из противника, наполняя ими своих соратников. Ну, в принципе, неплохо. Так, надо мне еще, наверное... А у меня что, никого не было в тренировке? Вот это да, вот это я лопухнулся, ребят, на самом деле. Ну что же, как говорится, маэстро боли вернулся и опять готов терпеть, как говорится, унижение от своих врагов заклятых. Надеюсь, что мы будем здесь потихонечку уже как-то справляться, выдвигаться. Почему так долго не делал серии? Я хотел, ребят, чтобы они у меня прокачались маленько в тренировочной, но слишком это уж долго. Поэтому я не выдержал, прочитал ваши комментарии, все просят сыграй-сыграй, и мы приступаем. Ребят, кстати, у нас вот эта вот последняя карта, потом нас ждет телепорт. О-оу. Ну что же, поехали. Я уже забыл, кто у нас тут. Ёлки-палки, сразу вспомнил. Освежил себе память, ребят. Да, здесь у нас, как его, Вуджен. Ну, Ронина все знают. И всадник на журавле. И причем здесь у них, ребят, 68 и 69 уровни. Это будет очень жестко. Ладно, давай предположим, что мы возьмем с вами вот эту пачку. Но это предположим только. Смотрим, что мы можем здесь сделать. Ну, в принципе, должны... Затащить. Давайте рискнем. Мне вот самому лично интересно. Мы с вами сейчас в данный момент 63 уровень. Играли в последний раз, мы были 62. Так что, как говорится, есть небольшой шанс, но выиграть. Ух, была, как говорится, не была. Да, я знаю, что будет очень сложно для меня это сделать, но я попытаюсь. Тем более у меня маг-воин получил 4-ю звезду. Он должен быть сейчас хорош. Воу, Вуджен вышел. А вот это вот уже плохо. Вызываем всадника на журавле. Ох, как они быстро... Как они быстро разобрались-то? Мне не нравится такой подход, ребят. Заморозочка. А если я вот так... Да ладно, ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, хорошо, этого мы разбомбили. Ну там Вуджен идет. Там, ребята, Вуджен собственной персоны. Так, у меня есть вот такая вот возможность. Лишь бы она сработала. И она, по-моему, заработала. Смотри. Смотри, что у нас получается. Мы уже на его территории. Армия у нас хороша. Я думаю, что здесь мы... Да. Идеально просто. На 3 звезды, как я и хотел. Ну что же, надеюсь, вы за меня порадуетесь. А мы сразу с вами переходим на последнюю, ребята, бойню. У нас, по-моему, все идеально, да, у нас все идеально. Но здесь-то как будет сейчас сложно, я даже не представляю. Смотрим. Здесь Вуджен, здесь всадник на журавле, тигр, ронин. Ну и, соответственно, босс. Как вы видите, у меня, ребят, даже не было времени призвать ведьму. Не было такого момента, понимаете? Ой, не знаю. Будем стараться. Будем как-то стараться с вами выкрутиться из этой ситуации. Если мы призовем с вами ведьму, то
Ну, это будет вообще шикарненько. Так, вот Ронин мне здесь, конечно, бы не сдался бы вообще ни в какое место. Надо его ликвидировать. И мне нужна, ребята, энергия. Оу! Да ну, хорош! Срочно бородавочника надо вызывать. Вот так, отлично. Кто там вышел? Тигр! У нас вышел тигр. Что мы будем с вами делать? Мы будем делать вот так. Ну-ну-ну-ну-ну, тигра! Ну хорошо, хотя бы так сделаем. Вот, Вуджен. О, он уже вызвал босса, да ладно. Ну за серия, а. Давай вот так вот сделаем. Всех сдуем отсюда. И вызовем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, ведьма, вся надежда на тебя сейчас в данный момент. Давай-ка вот так вот сделаем. Нам главное пробить, ребята, босса. А это будет тяжело сделать. Он сейчас будет сдувать, да? Ай-яй-яй. Вот это плохо. Давай-давай, ведьма. Клепай, клепай. Най. Наверное, проиграем мы здесь с вами. Не даст нам этот ветродуй даже подойти. Еще и Вуджен тут вышел. Хотя, если мы вот так вот сделаем. Может быть. Шанс, конечно, маленький. Да что ты все сдуваешь, да сдуваешь, а? Ну, посмотри на него. Ну, как можно с ним драться? Без понятия. Так, во, вот это нам может помочь. Не очень, конечно... Хорошо, но все-таки. Давай, 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 по боссу. Вот, совсем немножечко, ребят, осталось и... Ай. Во. По времени мы не укладываемся, ребят. По времени. Так-то вроде бы все неплохо, но слишком мало остается у нас запаса. 12 секунд, куда там? Не выйдет, жаль. Жаль, ребята. Ох, он еще и это сделал. Тигр при смерти выпустил свой дух и покарал всех, кто был на земле в этот момент. Ну, как видите, мы слились по времени с вами. Попробуем хотя бы вообще забомбить базу вражескую. Да, это будет тяжело. Но мы уже рядом, уже рядышком. И все шансы у нас есть на победу. Все, абсолютно. Ух, у меня аж сердце заколотилось. Как угорелое. Весь переживаю. Просто, ребят. Так, ну вот Джен здесь не помеха. Давайте вызовем бородавочника. И, в принципе, все, ребят. Мы с вами одолели вражескую базу. Фух. Черт подери. Ну, сложно, очень сложно. Ну что ж, заберем сундук. И посмотрим, что нам здесь выпадет из него. Меня только устраивает вот богиня света. И давай глянем здесь. Ну, бомбер. Ай, все, конечно, не то. Ну что же, я думаю, нам следует, наверное, все-таки переиграть эту миссию и попробовать затащить идеально. А давайте-ка посмотрим, кого мы можем еще. Вот если возьмем вот этот отряд. В принципе, нет, наверное, не получится. А знаете почему? Здесь Вуджен, он будет очень быстро уничтожать у меня молотильщика и ниндзю. Таких юнитов у меня нет, легко разбираемых. Поэтому вот эта вот пачка потянет. Надо пробовать ей все-таки как-то выкручиваться. Если бы быстро бы так ведьму у меня не положили бы, возможно, мы бы здесь выиграли. Ее слишком быстро шлепнули как-то. И он, кстати, довольно быстро вызвал своего босса. Вы это заметили, да? Хорошо, давай предположим, мы сейчас сделаем... Ну вот так. Как и было у нас, в принципе. Все, 500 энергии я набрал. Теперь давайте копить на ведьму. Отлично. Ведьма у меня вышла. Смотрим дальше, что у нас сейчас здесь получится. Прям повторение один в один идет, как в тот раз. Кто там? Там вышел Вуджен. И смотрите, да? При смерти тигр сразу же, ребята, выпускает душу. Это очень плохо. Хорошо, здесь мы разобрались. Да что ж такое, он сдувает и сдувает. А мы вот так тогда сделаем. Ха-ха-ха.
Да чтоб тебе, никак мы не можем, ребят, подойти. Ну хоть ты тут что делай. Давай-ка вот так вот заморозим их. Ну, есть. Босс повержен. Босс повержен. Тигра убили. Вот дженов очень много. Очень много этих магов. А мы вот так сейчас сделаем. Есть, бородавочник, ты очень хорошо сейчас сделал. С разбега поданул. Теперь главное не провалиться с треском. Валим базу. Что есть силы. Все туда бросаем, ребят, все. Я вызываю бородавочника и всех. Ну. Да, ребята, вот. Вот она, идеальная победа. Идеальное прохождение этой миссии. Я же говорил, никогда не стоит сдаваться раньше времени. Ух. Теперь я зато... И мне дали 13 копейщиков деревенских. Ёлки-палки, ну хоть бы не смешили, а. Ну что, летим дальше. Фу, и у нас здесь захватчики, по-моему, да? Это же захватчики, по-моему, да. Потом у нас будет нежить. Дальше у нас идет нефритовая долина. Потом завод роботов, опять нежить. Слушайте, в принципе, я думаю, здесь мы пройдем довольно хорошо. Начнем. Так, захватчики, значит, здесь пришелец и... Ой! Боевая жаба. Разберемся с ними, как с сосунками, поверьте мне. Поехали. Дистанция у нас здесь маленькая, так что надо побыстрее тут пошевеливаться. Так, он кого? Он сейчас боевую жабу вызовет, да? Больше уверен. Нам нельзя вызывать... Сейчас вылетит, стопудово вылетит. Мне приходится вызывать, ребят. Ай, сейчас похитит, сейчас похитит. Вот здесь была, ребят, промашка. Промашка была моя. Угу. Неподходящую я команду взял для этого раунда. Вот так-то. Ну ладно, хорошо, давайте просто забомбим сейчас их. Пускай он похищает, ага. Вот так вот. Потому что этот пришелец бы вылетел и похитил бы вот одного из этих, скажем так, зомби-колобков. Ладно. Ну все, тут, в принципе, базе край. Мы сейчас забомбим. Я еще вот так вот сделаю. Но придется переигрывать, это однозначно. Как говорится, на такой исход я не согласен. Тем более, это у нас, ребят, самый первый бой. Не хочу, не хочу я так. Давайте переиграем. Что-то у меня, ребята, с мышкой проблемы. Батарейки, наверное, разрядились. Опс. Ну, хорош, хорош, хорош. Что ты выделываешься-то? Карточку только вот отдай. Все, в принципе, вот тут уже. Ой, ребят, на самом деле что-то... Что-то хандрит мышка. Надеюсь... Это мне никак. Слушайте, дайте на паузу нажму, ребят, поменяю мышку. Ну-ка, давайте-ка проверим. Так, ну вроде бы нормуль. Вроде бы нормуль, все. Так, ну что же, продолжаем. Так, давайте, давайте, базу разбомбили и все, тут делов-то есть. Вот это уже другой разговор. Так, продолжить. И переходим сразу на второе задание. А здесь у нас добавляется... Ну, воблер какой-то там. Ага, тут у нас энергия уже закончилась. Ну что ж, тогда придется вот этим вот воевать. Продолжить, конечно же. И погнали. Ну, естественно, для начала мы, ребят, с вами... Да что такое-то? Прошу прощения за технические неполадки, ребята. Но что-то хандрят у меня сегодня гаджеты мои. Ладно. Так, попробуем выстоять. Упс. Давай, голем, пошел. Ну, здесь мы вот так вот сделаем. Нечего ему тут воровать моего голема. Также вызываем сразу ниндзю. И я думаю... О, давайте-ка мы с вами... Подожди, у нас энергии маловато. Джаггернаута пора нам вызывать. Вот что я вам хочу сказать. Он-то сейчас начнет здесь веселуху по полной программе. Ну-ну-ну, куда ты полетел? Ай, ладно, бог с ним. Давай, Джаггернаут, отжигай по полной программе. Ну, все, в принципе. Тут уже победа, ребят, за нами. Однозначно, я вам говорю. Ах, как хорошо. Нет ничего слаще, чем победа.
Ну, а мы с вами переходим на третий уровень. И здесь добавляется слизень-морпех. Вредный, вредный этот морпех, если честно. И вы помните прекрасно, когда он атакует определенную цель, все рядом, кто стоит с атакующей, получает тоже урон. Да. Ладно, попробуем как-то здесь продержаться. В принципе, нам здесь очень хорошо, знаете, кто зайдет? Джиггернаут. Да что такое опять? Не поверите, ребят, третью мышку меняю. Офигеть можно, блин. Что за дела? Как специально, до этого сидел, ничего. Все исправно было. Как только сел за игру, начались какие-то проблемы. Ладно, хорошо, я думаю, что мы здесь все-таки выстоим. Несмотря на то, что мне здесь все мешает. Все идет почему-то против меня. Ну, давайте бомбанем этого боевого. Тихо. Слизень, ты припух совсем, что ли, а? Вот это хорошо, вот это я, называется, фартануло. Чуть Джаггера было, не похитили. Ну вот, все, сейчас базу распилим. Я вот еще даже фаербол запущу. Есть. Да, как бы игра сегодня против меня не шла, я думаю, она не выкрутится. И придется ей передо мной, как говорится, сдаться. Я готов. Поехали далее. Затишье, как говорится, перед бурей, да? Я готов. Оу, тихо, улитка. Что-то я не посмотрел, ребята. Оказывается, тут у нас улиточки появились. Он сейчас и будет бомбить. Ладно, я готов. Так, воблер. Воблер — это плохо. Воблер нам здесь не нужен, честно говоря. Ох, да куда ты-то лезешь, чё? Да пошел ты, знаешь, куда. Пришелец. Захотел похитить, но, как видите, ничего у него не получилось. Фаербол его просто снес. Стер с лица земли. Так, давай еще одну ниндзю вызовем. Молотильщик. Так, кого-то похитил, да? Ладно, хорошо. Давай вот так вот сделаем. И еще одного Джаггера. Все. Очередная наша победа здесь. И мы двигаемся дальше. Последний уровень. И здесь у нас, да, в принципе, те же самые. Вот то, что улитка здесь, конечно. 64 уровень, плюс на 4 звезды. Ладно, я думаю, справимся. Еще и не таких, как говорится, побеждали. Осталось только в этом убедиться и пройти. И босс, лорд пустоты здесь, не забываем. Мой дедушка тоже должен здесь шороху-то задать непростого. Сейчас накопим. Ну, этот пускай... Оу! А вот это вот плохо, ребят. Ага, ладно, хорошо, так обменялись мы. Ну, предположим. Так, боевая жаба против моего голема. Фаербол я пока тратить не собираюсь, ребят. Так, ладно, хорошо. Предположим, они здесь выкрутились каким-то чудом. Мне нужен дед. Я коплю на него энергию, ребят. Вот он вышел, все. И он вызывает своего лорда пустоты. Хитро. Ну что ж, поехали. Ой, зачем же я так сделал? Ребят, я сейчас лопухнулся. Я истратил фаербол на пришельца. Ой-ой-ой, это было глупо. На, все получите. Всех карай, дед, карай всех. Ну, да что ж ты так. Е, вот теперь надо двигаться к базе. Все, как говорится, козыри у нас в руках, ребят. Ну, заморозку. Блин, дед упал. Упал дед. А я фаербол запускаю. Вот так вот. Пускай им будет неповадно всем. И еще одного Джаггера. Да, идеально. Победушка за нами. А я почему-то даже не сомневался. Ну что ж, давайте вскроем сундук и посмотрим, что нам здесь достанется. Боевая жаба и 7 пришельцев. И 8 базы. Ну, в принципе, неплохо сгодится. И мы переходим с вами на участок нежити.
Так, здесь у нас летучая мышь, чумная, естественно, 64 уровень, и голем 64. Ребят, ну у нас спасает только то, что они именно вот таких маленьких уровней. То есть разница всего лишь в один левел. А соответственно, здесь мы с вами все это дело разрулим. Ну, по крайней мере, на начальных порах. Сейчас, секундочку, только немножечко разовьемся. Он стопудово сейчас будет вызывать мышь. Поэтому нам нужна будет ниндзя, скорее всего. Давай вот так вот сделаем, посмотрим. Прав я? А? Моя ниндзя оказалась сильнее, и это хорошо. А теперь вызываем джиггернаута. Вы знаете преимущество джиггернаута, потому что когда у него кончается здоровье, он впадает в стазис, и если его долго там не бить, здоровье он себе все восстанавливает. При этом он опять же оживает и вперед, как говорится, в бой. Но это очень долго. Долго проходит время для того, чтобы он вышел, как говорится, из своей отключки. Ну что же, очередная победка за нами, и мы сразу переходим на вторую миссию. Так, здесь у нас прибавляется привидение. 65 уровня чумная летучая мышь. Вот это уже, конечно, будет проблема для нас. И 64 уровня голем. Слушай, у нас энергия закончилась здесь. А сможем ли мы вот этим отрядом победить, а? Нам только нужно проверить. Поехали. Я соглашусь на риск. Риск, как говорится, благородное дело. Сейчас мы посмотрим, насколько оно благородное. Так, ну правильно, естественно, он сразу выпускает привидение, которое будет здесь летать, постепенный урон наносить моим юнитам. И мне нужен здесь рыцарь, паладин. Для него он вообще никакого урона не наносит, вот этот призрак. И это хорошо. Так, ну что, мне надо сюда, ребят, призвать баллисту. Вызываю баллисту и вот так начинаем делать. Ага, хорошо тут прожарили. Ну-ка. Слушай, а баллисте вот приличный урон наносит. И это плохо. То есть три раза он пролетит, скорее всего, да. И баллиста у меня отдуплится. Ладно, я буду держаться, как смогу. Так, ураганчик. А ураганчик даже на привидение не действует. Оно как летало, так спокойненько себе и летает. Ну-ка. Да пора уже базу разносить. Ну, вот. Вот она, победушка. Ну что же, пока все идет у нас хорошо. И это сказывается только лишь из-за того, что у них, ребята, уровень слабенький. Так, и здесь у нас служитель тьмы добавляется. Хм, поехали. Попробую их тоже разобрать. А служитель тьмы, зачем он ему? Единственное, что голема подкармливать, да? И все, больше толку от него здесь нету. Ладно, будем ждать. Так, вышел, да? Вышел. Сейчас стопудово будет вызывать, наверное, мышь чумную. Или не будет? Что-то он затихарился, неспроста. Что у него там на уме? Так, еще одного голема вызвал. Хорошо, я тогда вызываю баллисту. И вот так вот применяем с вами суперудар. Ну, суперудар не особо хорошо сработал. Ну да, я так и думал, ребят, что вот этот вот жрец будет здесь для того, чтобы подпитывать големов. Больше ему здесь некого кормить. Ну и все, в принципе, он проиграл. Сейчас мы добьем, как говорится, базу. А вот что дальше будет, я не знаю. Давайте поможем нашим ребятам. Да что ж такое-то, почему-то... Вот, вот если бы он раньше бы выпускал летучую мышь, возможно, был бы у него шанс. Небольшой, конечно, но был бы. Нас как-то, ну, немножко заставить нервничать. Пардонче, ребята, не туда нажал. Но это нечаянно все было. Ладно, давайте смотреть здесь. У нас прибавляется некро, 66 уровень уже. Плюс привидение, летучая чумная мышь и голем. Ну, в принципе, ничего новенького здесь не появилось, кроме... Да-да-да, именно некро. Некро сейчас будет нам тут нервы колошматить только в путь своими колобками. Поэтому надо нам обязательно баллисту вызывать. Только он может с ней справиться, причем довольно хорошо. Так, вызываем паладина. Ой-ой-ой-ой, он вызвал некро. Хорошо, давай, баллиста.
Ну, елки-палки, что ж так долго-то? Где ты там? Надо помогать. Надо обязательно помогать, ребят. Опс. Так, ну что, вроде бы нормуль. Пока терпимо. Это вот привидение, конечно. Как оно сейчас нам будет мешать очень сильно. Три раза нужно выстрелить баллисте, чтобы... Так, а ну-ка, если мы так сделаем. Ха-ха-ха. Давай, давай, на свою родную базу. Бомбите их. Вот так. Я еще ураганчик запущу. Все, ребят, здесь мы должны выиграть. Я вызвал еще одного паладина. Также еще сейчас щитоносец подойдет. Нету шансов на него. Нету. Ну, давайте. Поднатужились, как говорится, и разбомбили базу ему. Слушай, а что у меня вот эта баллиста? Неужели он так быстро падает? Ускорение. Все. Победушка за нами здесь. Ну и двигаемся тогда с вами далее. Ну, елки, хорош. Ой, потянем, нет? Я попробую. Ну, вы заметите, вот сейчас уже 66 уровень. На следующей карте, я больше чем уверен, будет уже 67, если не 68 уровень врагов. Так, ладно, ждем паладина. Здесь у него босс. А кто же у него тут босс? Я что-то как-то, ребята, быстро так промотал, даже не успел посмотреть. Ого! Так, вызывает он, значит, голема вместе с летучей мышью. Вот это уже проблема. Давай баллисту. Так, и нам нужно копить на короля. А если в этом смысл? Должен быть. Да иди ты в пень. Достал уже. Бомбит и бомбит. Без остановки. Так, некро вышла. Вышла некро, ага. Так, я еще одну, ребята, баллисту заказал. Этот хиллер тут, блин. Ну, естественно, он будет лечить голема. Опс, один паладин упал у меня уже. Оу. Дед вышел. Хорошо, давай вот так попробуем сделать. Так, ну, блин. Кто, интересно, мой король или его дед выиграет? Конечно же, мы выиграли здесь. Елки-палки. Давай, 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 королик. Жги. Так, баллисты, прикрывайте. Ай, совсем, совсем чуть-чуть не хватило. Блин. Ладно, я думаю, что здесь баллисты все-таки свое дело сделают. Я вызываю еще одного паладина. Также суперудар. Вижу, ураганчик тут у нас подоспел. Ну и все. Жирную точку сейчас сделаем. Уничтожить его базу. Ну, да елки-палки, мне сюда небольшое ускорение. И все. Да? Вот так мы уничтожили вражескую базу. Ну что, ребята, у нас с вами энергии нету. Грубо говоря, переходить на следующую карту я не вижу пока смысла. Что у нас тут? О, 7 карточек деда. Это уже радует. А кто у нас? Блин, нефритовая долина. Дайте хотя бы я гляну, кто здесь у нас будет. Ага, тигр и крестьянин. Ну что же, этим мы с вами займемся уже в следующей серии. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Постой, останься в этот предрассветный час.